августе этого года я с группой охотников отправился на Алтай, чтобы провести исследование и проверить, как лук будет себя вести в условиях горных охот. У нас с собой два лука, вот это номер два, вот это номер один, то есть это основной, вот это запасной. Запасной нужен на всякий случай, потому что если что-то здесь, не дай бог, случится, ремонтировать негде, поэтому будем либо с этого снимать, либо стрелять с этого лука, то есть такой дублёр. Охота очень сложная, я бы сказал, что даже самая сложная охота – это охота в горах, поэтому нам было важно понять, насколько близко можно подойти к козерогу, как будет себя вести лук при стрельбе сверху вниз и снизу вверх, как ветер будет влиять, как козерог вообще будет чувствовать себя в близости от охотника. Поэтому много задач, которые мы перед собой поставили, и я считаю, что по большей части мы их решили. Самая сложная задача, которая предстояла нам, это скрасть зверя на дистанцию лучного выстрела, это 20-25 метров. В условиях гор, в понимании многих, это вообще нереально, потому что козерога стрелять ближе 150 метров невозможно, что зверь очень чуткий, потому что держится группами, и у них такая круговая порука. Даже если ты скрадываешь какого-то конкретного козерога либо группу, то соседи по стаду всегда будут подавать сигналы, и это сделать тяжело и подойти на такую дистанцию. Поэтому задача эта перед нами ставилась как одна из самых главных. При этом было важно не добыть козерога, а доказать самому себе, что это возможно, подойти на такую дистанцию и попробовать сделать, не то что холостой выстрел, а выстрел в сторону зверя. И посмотреть, какая будет баллистика стрелы, если мы стреляем круто вверх, потому что в горах это как правило, либо круто вниз. Опять-таки сильный ветер. И вот эти три основные причины как раз и послужили нам поводом поехать в горы и попробовать поисследовать охоту с луком на козерога. Сейчас после переезда я хочу проверить свой лук, посмотреть, не сбились ли прицелы, потому что такое часто бывает. То есть мы взяли обычное старое одеяло, у нас дистанция 20 метров. То есть если верхний пин – это дистанция прямого выстрела, у нас не сбитый, то будем считать, что остальное все нормально. Надо после переезда смотреть и пристреливать. Правее. Чуть-чуть вправо, да. Это 20 метров, а на 40 метров как она уйдет. Потому что то есть у нас такая сейчас небольшая дистанция контрольная. Планируем стрелять и на 40, и на 50 метров, если это будет возможно. Поэтому должны четко попадать в центр на такой небольшой дистанции, потому что на 40 метров это будет на полметра вправо. Баллистика стрелы имеет своеобразную траекторию. Прямой выстрел всего 20 метров, поэтому лук пристреливается как раз на такую дистанцию, чтобы понимать, где он, прямой выстрел, заканчивается. Затем мы смотрим на дистанциях 25, 30 метров, 35, насколько у нас проседает стрела. Соответственно, эти погрешности нужно учитывать, когда мы стреляем снизу вверх и сверху вниз, для того, чтобы вносить какие-то поправки. Для этого есть прицельные приспособления на самом прицеле, мы пользуемся ими. Если такой возможности нету, нужно быстро принять какое-то решение, мы просто включаем свой какой-то внутренний калькулятор и вносим поправки относительно корпуса зверя.
Наконец-то мы доехали до места нашего основного стана. Очень красивое место. Здесь внизу течет речка. Кругом кедрач, горы. То есть это место, где мы будем охотиться на козерога. То есть отсюда где-то полчаса еще на лошади, наверное, вот за тот хребет будем уезжать, и там будем пытаться охотиться с подхода. Ну, с подхода вряд ли. Где-то будем сидеть, караулить, когда он поднимается вечером на склон. И либо утром, когда он спускается, наоборот, вниз, сюда куда-то в район кедрача. Красивое место. Здесь у нас будет палатка, здесь основной лагерь. Здесь мы проведем, наверное, неделю. Надеюсь, что нам повезет. Удача будет на нашей стороне. Ну и, соответственно, мы приложим все усилия, чтобы это получилось. Козерога нашли мы быстро, стада были порядка 30-50 голов, и поняли, что козерог с вечера поднимается на хребты, есть такая трава, тепец, которую он там ест на перевалах. Поэтому тактикой нашей охоты была выбрана как раз засидка, но при этом нужно было понять, куда зверь движется, в каком направлении, и угадать точно то место, где зверь должен был пройти. Для этого нужно было с вечера понять ход его, ну, то есть один день потратить на того, чтобы понять его тропы, переходы. А на следующий день мы уже посаживались как раз в то место, где козерог проходил. Вот на солнце вышел, он белый, Большие. Вот еще лезут, стой, дай сюда. Вот еще один маленький лист. Вон он идет. Он был один, кругом была ровная местность, было несколько камней больших, за которые можно было спрятаться, и мы там спрятались. Но дальше подойти не было возможности, и козерог нас все-таки, наверное, заметил, поэтому был осторожен и, в общем-то, не двигался ни в нашу сторону, ни в какую другую, а ждал, что мы будем делать дальше. Поэтому смысла не было дальше его пытаться скрасть, потому что, в общем-то, он нас уже заметил, и мы только могли полюбоваться им и оставить его на следующий раз.
Давайте это, вот эти попробуем, пока они не ушли оттуда. Она не спугнет. Мы подошли к озерогам где-то на 120 метров. Дальше подходить уже возможности не было. Было такое маленькое ущелье, через которое мы просто бы не прошли. И приняли тактику. У нас остался наверху коневод. По рации передали, чтобы он попробовал толкнуть козерогов вниз, к нам. То есть мы никак не предполагали, что козероги побегут вверх на него. Но оказалось, что как только наш помощник зашумел и попытался двинуть животных в нашу сторону, они оказались умнее, прозорливее и побежали наоборот на него. И пробежали от него в каких-то там 10-15 метрах. Он разводил руками, делал удивительные глаза. Козероги при этом бежали, нисколько не боялись, пробежали, а мы только посмотрели им вслед. Близкий козерог, которого сегодня удалось квест, была самка, правда старая, ну уже без ягненка. Можно было выстрелить 54 метра, но самок мы не стреляем, да и нельзя. А так, с точки зрения селекции, отстрела, охота вполне реальна. 54 метра лук позволяет сделать достаточно эффективный выстрел. Тем более это было сверху вниз, траектория была бы настильная. Вероятность того, что можно было попасть, высокая. Подошли к хорошему стаду. Голов, наверное, 20. 74 метра. Ну, для лука далеко. Сейчас начало сезона, козерог не очень сильно боится. Поэтому такая возможность есть. С луком можно охотиться, интересно. Здоровья много только надо. Надо бросать пить, курить, заниматься спортом. Будет все хорошо. Мы забрались, наверное, может быть, 200-300. Сзади меня виднеется гора Белуха, самая знаменитая здесь гора на Алтае. Вот мы видим ее три пика, место поклонения альпинистов. Многие там погибают. Вот мы находимся здесь рядом, и здесь много козерога. Вообще места очень благодатные, красивые. Здесь надо обязательно побывать. Дышится легко и свободно. Хорошо. Собираемся, сейчас переедем на другое место. До вечера еще, до захода есть пару часов. Может быть, что-то у нас и получится. В этот день мы ничего не смогли сохотить. Но было понимание, что это очень реально, потому что козерога видели близко, какие-то 100 метров. И это вселяло нам надежду на будущее, и, соответственно, выработалась какая-то уже тактика и понимание, как нужно действовать дальше.
Первый же день показал, что условия достаточно жесткие. Нужно активно передвигаться быстро, в том числе и на лошадях. Кругом камни, прыгаешь, скачешь, лук ударяется. Поэтому нужно его беречь, потому что прицельные приспособления открыты. Лук все-таки имеет достаточно такую сложную конструкцию, где настройки, однажды сбившись, приведут к неточному выстрелу. Поэтому мы все время старались его защитить различными чехлами, упаковывали и переносили его аккуратно. Сегодня у нас второй день охоты здесь уже на месте стана. Идем с утра, будем караулить козерога, который будет спускаться сверху. Мы будем сидеть внизу. То есть тактику поменяли. Посмотрим, насколько это будет эффективно. Местные говорят, что белуху очень редко удается увидеть полностью, то есть она все время в облаках. У нас уже какой день подряд такая, можно считать, уникальная возможность белуху наблюдать во всей ее красе. Спускаться с горы не менее тяжело, чем подниматься, поэтому жарко откроем вентиляцию немножко. Когда сядем, оденемся потеплее. А спускаться надо, теплые вещи снять. А то если потеешь, будет сидеть холодно. Очень важно правильно подобрать снаряжение таким образом, чтобы это было всегда комфортно. Лишнее, чтобы тело не отдавало тепло и не потеть, чтобы потом не замерзнуть. Поэтому экипировка здесь очень важна. В горах сильный ветер меняется с ущелья на высоте, либо наоборот. Внизу, вверху температура разная. Поэтому важно иметь и теплые вещи, и легкие для передвижения. И важно, чтобы они были компактные и легкие, чтобы можно было их легко переносить в горах. Общепризнанным мнением здесь в одежде будет как раз использование послойной технологии, когда мы одеваем термобелье, потом теплый слой и потом уже защитный. И применение так называемой дышащей мембраны, которая выводит тепло в виде спорами от организма, и оно не накапливается в одежде, тем самым тело не переохлаждается и все время комфортно передвигаться, либо сидеть где-то в засаде. Сейчас пахнет больше, чем из этих всех. Да.
Стрела упала перед бараном ниже. Вот. Нужно было брать поправку выше. В горах такое случается, потому что настильность траектории полета стрелы, она, в общем-то, вверх радикально меняется. Если разобрать и провести некий анализ этой ситуации, то выходит следующее, что, во-первых, дистанция, да, была оптимальная, короткая, все это было здорово, но точка опоры была настолько плоха, потому что был сильный уклон, стоишь буквально на кончиках носков, коленки упираются в уклон, тебя вот так вот шатает. Для лука это принципиально, потому что стойка должна быть четкая, уверенная. Поэтому я не уверен, если бы мы охотились по-настоящему, насколько бы этот выстрел был бы эффективен. Правильная стойка с луком устойчива, она очень важна, потому что лучник, растягивая лук, он приобретает некую механическую память. Тетива вкладывается вместе с рукой в одно и то же место. Поэтому, если мы стоим неустойчиво, имеем позу неудобную, эта вкладка у нас нарушается, соответственно, выстрел получается неточный. На этом стрельба из неудобных положений не закончилась, поэтому смотрите наши приключения в горах в следующей серии.